Всем привет! Так, сегодня у нас 31 октября, да? Последний день, да. Ну да, последний день октября. И мы пошли на озеро. И вас тоже приглашаем. Пойдем, никого пока нет. О, я в лесу. Золотой ковер. Золотой ковер. Ты знаешь, говорят, что в лесу есть опята. Может, будем приглядываться? Вот тут прям дача на берегу озера, в лесу. Дача известной семьи. Видите, у них даже когда-то в советское время было КПП. Теперь уже, конечно, нет, потомки остались. Вот. Вот такая дачка. В советское время вот такие были скромные по нынешним временам дачки у родственников первого лица государства. Давай вот здесь пойдем и потом по берегу. Чего? Бежит? А, гуляет. Хозяином, наверное, гуляет. Не надо, сейчас укусит тебя. Какой грозный. Пойдем. Ладно, пойдем. Она играет. Идем. Пойдем уже поиграем с тобой. Грозный какой. Вот, видишь, вот эти вот. Я здесь вот брала, и у меня в саду они хорошо разрослись вдоль тропинок. Копытень, что ли, называется. Опять забыла. Мне подписчики говорили. Или копытник. Копытень, наверное. Говорят, съедобный. Так что... Нет, это я так говорила, белокопытник. Нет, без всяких белых. Я еще удивлялась, почему белокопытник, а где тут белое? Нет, оказалось, не белое, а просто... Ну вот, мы пришли на свое место. Конечно, храм обязательно посмотрим. Вот такой он у нас туман. Можно еще ближе, но не буду. Очень красивый храм. О, чайка летит. Если кто первый раз смотрит, там у нас село Бисерово и храм. Еще до наполеоновских времен. Правда, во времена Наполеона там была конюшня, деревянный храм был. И сожгли. И после войны 12-го года быстро восстановили, но уже поставили каменный храм. Ну что, пошли? Пошли. Уже уток нет, да? Этих чомг. Чомг тоже нет. Сидят на воде. Ну, там поближе, когда подойдем отсюда. Вот такие уже голые деревья под ногами. Листья шуршат.
в небе самолет летит. Все опять как ранней весной, все оголилось, да? И даже погода такая же. Ой, смотри, какие листья. А это клен, кстати. Я думала, дуб такой, нет. Кленовые листья. Сорт клена какой-то интересный. Такие листочки. От цивилизации никуда не убежишь. Если не вокруг, то кто над головой? Самолет. Ну вот, вот так вот раскидали мусор. Отдыхают. Отдыхающие. Бутылку даже. Даже бутылку не допили. Да, не допили. Вот такие вот у нас бывают отдыхающие. Я однажды, правда, давно еще, лет 6 назад, была 6-7. Вот там наше место было, откуда я храм снимала. Мы там всегда купались, там народу мало. Я там убирала всегда. Но было мало мусора. Ну, там кто-то что-то кинет. Ну, вот прям вот такого до поросячьего визга не было мусора. И однажды пришли, а там столько мусора, ужас ужасный. И так все это неприятно, что я не вытерпела и написала стишок такой. Если сейчас вспомню, как я там написала. Чирье, сглаз и импотенцию. Да, чирье, сглаз и импотенцию, хворь. И прочую беду по оставленному мусору бесконтактно на виду. Баба Галя. Муж у меня распечатал все на большие листы, заламинировал. И вот мы прикрепили по берегу в разных местах. И вы знаете... Не знаю уж, как в разных местах, но на том месте, вот на нашем, это объявление долго висело. И все-таки мусорить не стали. Но я не думаю, что люди напугались моего объявления. Ну, просто как бы шутка, она тоже по-доброму вызывает добрые чувства. Наверное, люди читали, улыбались и за собой убирали. А вот там рыбак сидит. Удочки нет. Нету? А, ну возможно. Давай дальше пойдем. Давай. К кафе. До кафе дойдем. Ну вот летом у нас здесь пляж. А вот там я уже много раз, не один раз показывала. Ну, мы называем чаечий домик. А в то время, когда здесь спасательная станция была, ну вот это вот для спасателей. Будочка такая на курьих ножках была. Вот. Ну и там вон рыбак сидит. Ладно, мы туда не пойдем. Мы там уже с вами не раз бывали. Сейчас обойдем вот это вот заведение. И дальше отправимся. Ну вот эта красота меня тоже вот всегда удивляет. Где бы какой забор, пусть в глухом лесу он не появился, обязательно появляется роспись. Даже на столбах. Ну вот, новейший забор поставили, и тут же его местами расписали. Несмотря на то, что объект находится под охраной. Вон даже камеры во все стороны. И тут, видимо, охрана сидит.
Вот, тоже какое-то непонятное заведение. Ну, правда, вполне возможно, что непонятное для меня. Но без всяких опознавательных знаков. Ничего не написано. Без официоза. Ну, вот что-то. Там внутри, похоже, частный дом. Вот. О, и тут тоже камера по углам. Интересно, кто здесь проживает. Вот тут такой простор. Вот здесь всегда собачка бегала раньше на цепи. Собачку убрали что-то. Всегда тут грозная собака бегала. Почему-то исчезла. Вот тут народ уже отдыхает. А здесь тоже пляж. О, даже сюда поставили. А чего там написали? Ну, типа, как зону отдыха, видимо, сделали. Ну вот. Не бросай противопожарное. Здесь место отдыха. Лесное хозяйство. Вот такое место отдыха оборудовано. А вот такой дуб трехствольный. Смотрите. Ого-го-го-го. Вот это высота. Дальше мы с вами побываем в нашем местном кафе, замечательном совершенно, «Хуторок». Продолжение следует. До новых встреч на берегу нашего Бисеровского озера.